науке известны миллионы видов живых организмов. И все равно, чуть ли не каждый день открываются все новые и новые обитатели на нашей планете. Однако научное описание новых видов не успевает за процессом исчезновения уже известных. Причем все большую негативную роль в этом процессе играет человеческая деятельность. Украина занимает менее 6% площади Европы. Однако на этой небольшой территории встречается более трети биологического разнообразия континента. Это связано с тем, что наша страна расположена на пересечении природных зон и крупных миграционных путей животных. За последние десятилетия огромное количество видов животных и растений оказались на грани исчезновения. Информация о причинах сокращения их численности и необходимых мерах охраны занесена в такие официальные государственные документы, как «Красная» и «Зеленая книги Украины». Напомним, что первое издание «Красной книги» еще Украинской Советской Социалистической Республики вышло в 1980 году. Затем в 1994 и 1996 годах было издано двухтомное издание «Красной книги» уже независимой Украины «Животный и растительный мир». Наконец, в 2009 году вышло третье современное издание «Красной книги Украины». В нем описано в 6 раз больше видов животных и в 5 раз больше растений, чем в первом издании этого документа. Большое значение для сохранения биоразнообразия и мест обитания животных должна сыграть и «Зеленая книга Украины». В этой телепрограмме мы познакомимся с некоторыми редкими видами животных, обитающих в Одесской области. На хорошо прогреваемых солнцем участках целинной степи с богатой травяной или кустарниковой растительностью можно встретить гигантского кузнечика дыбку степную. Этот хищник подкарауливает свои жертвы, в основном насекомых, таких как кузнечики, жуки, сверчки, пауки и других. А затем стремительно хватает длинными передними лапами, оснащенными острыми шипами. Добыча перемалывается хищником в считанные минуты. Латинское название этого насекомого – сага. В переводе означает «прорицательница», «колдунья». И дано ему, вероятно, за скрытный образ жизни и своеобразную внешность. Главной причиной бедственного положения этого вида стало освоение человеком целинной степи. А выжить таким крупным насекомым на пашне или где интенсивно выпасается скот практически невозможно. На страницах «Красной книги Украины» оказались и хорошо нам знакомые шмели. Этих родственников пчел мы можем еще увидеть, деловито снующих на цветущих полянах, где они собирают нектар и пыльцу. Опыляя огромное количество растений, в том числе подсолнечник, люцерну и клевер, они приносят человеку огромную пользу. Большинство видов шмелей устраивают свои гнезда в почве или на ее поверхности. Поэтому распашка степных участков, интенсивный выпас скота или применение химикатов в сельском хозяйстве явились главными причинами сокращения их численности. Жуки-олени – самые крупные жуки европейского континента. Свое название этот вид получил за огромные верхние челюсти, похожие на оленьи рога, которые, кстати, есть только у самцов. Длина взрослого насекомого может достигать 10 сантиметров. Питаются они соком старых деревьев, в основном дубов, а их личинки развиваются в трухлявых пнях. Вот почему повсеместная вырубка старолесья и выкорчевка пней стали главными причинами сокращения их численности.
Говоря о змеях, следует заметить, что люди в результате своей деятельности не только освоили места их обитания, но очень часто уничтожают этих животных при встречах в силу страха, недостатка знаний либо предрассудков. В Одесской области обитает два вида полозов, занесенных в Красную книгу Украины – желтобрюхий и сарматский. Причем желтобрюхий полоз является самой большой змеей Европы. Встречаются экземпляры, превышающие двухметровую длину. Питаются эти крупные рептилии главным образом ящерицами и мелкими млекопитающими. Иногда поедают птенцов. Хорошо лазают по деревьям, умеют плавать. Однако полозы не ядовиты и никакой опасности для человека не представляют. Но люди при встрече с этими крупными змеями чаще всего их убивают. В Одесской области обитает около 400 видов птиц. Это более половины всех видов птиц, обитающих в Украине. Благодаря многочисленным лиманам и дельтам рек здесь формируются крупные сезонные скопления и гнездовые колонии пернатых. Вдоль морского побережья пролегает крупнейший в Евразии миграционный коридор. Однако, осваивая новые территории, человек оставляет птицам все меньше и меньше места. На наших речках, озерах и лиманах можно встретить забавных долговязых птичек, которых за невероятно длинные и тонкие ноги назвали куликами-ходулочниками. Эти ходули дают возможность им добывать корм в местах, недоступных для многих других птиц. Свои гнезда они сооружают на кочках, заросших травой. В случае опасности насиживающая птица сходит с гнезда, и обнаружить хорошо замаскированную кладку или птенцов довольно сложно. У этих птиц много потенциальных врагов. Их гнезда разоряют бродячие собаки, чайки и вороны. А человек застраивает места их обитания, выпасает здесь скот и загрязняет водоемы химикатами. В результате кулик-ходулочник стал редким и оказался на страницах Красной книги. Таким же редким стал и еще один обитатель наших мелководий – шилоклювка. Такое название эта птичка получила за долгий тонкий клюв, похожий на загнутое вверх шило. Им она каким-то невероятным образом умудряется добывать всякую мелочь на мелководьях. Гнезда, как такового, шилоклювка не строит. Яйца откладывает прямо на песок. Причем такую кладку и заметить непросто, поскольку пестрые яйца сливаются с окружающим фоном. Малыши также имеют неприметную окраску, уже в первый день умеют бегать и даже плавать, а в случае опасности затаиваются, что дает им шанс на выживание. Своеобразным символом региона являются огромные стаи розовых пеликанов. Эти гигантские птицы, достигающие в размахе крыльев 2,5 метров, обитают только там, где достаточно много рыбы и где их не беспокоит человек. А таких мест очень мало. В Одесской области это главным образом обширные и богатые кормом мелководья дельты Дуная, где пеликаны могут отдыхать и ловить рыбу. Небольшие стаи этих птиц встречаются и в низовьях Днестра. Чрезвычайно редким в Одесской области стал и властелин ночи – филин, самая крупная сова Евразии. Брачный период у этих птиц начинается уже зимой, и в сумерках, там, где они еще встречаются, можно услышать их зловещее уханье. Гнездо филины сооружают на крутых склонах обрывов, в расщелинах скал и в других труднодоступных местах. В апреле рождаются от 2 до 5 птенцов. Охотятся филины главным образом на птиц и мелких млекопитающих. Эти могучие птицы способны выдерживать 40-градусный мороз, от своего гнезда в состоянии прогнать лисицу и даже волка. Но вот перед человеком оказались бессильны. Филины гибнут на высоковольтных линиях электропередач, иногда становятся жертвами охотников.
Самки часто бросают гнезда, если их беспокоит человек. По оценкам ученых, в Украине обитают около 200 пар филинов. В Одесской области встречаются единицы. Говоря о редких видах животных, мы не можем обойти своим вниманием обитателей Черного моря. Тем более, что Украина имеет самую протяженную береговую линию из черноморских стран. Ухудшение экологической обстановки в море отразилось на многих его обитателях, в том числе и на крабах. Причем на них негативно сказалось и то, что они являются популярным объектом сувенирных промыслов. Крупный, с массивным панцирем каменный краб предпочитает глубоководные участки моря с каменистым грунтом. Как и другие крабы, каменный питается моллюсками, мелкими ракообразными и мертвыми организмами, выполняя важную роль санитара моря. Этот вид стал исчезающим из-за загрязнения морской воды и бесконтрольного вылова его аквалангистами. Его сородич, более мелкий мраморный краб, встречается в прибрежной части моря. Днем он прячется под камнями, а в сумерках иногда выходит из воды и лазает по берегу в поисках пищевых остатков. Правда, теперь такую живописную картину можно увидеть только на пустынных участках морского берега, а их в Одесской области уже почти не осталось. На популяции мраморного краба также отрицательно сказалось загрязнение морской воды и вылов отдыхающими на пляжах. А теперь вернемся на степные просторы Одесской области. Большую часть жизни крапчатые суслики проводят в своих норках. В них они ночуют, прячутся от хищников, непогоды и зимуют долгие 6 месяцев. Питаются эти симпатичные зверьки в основном растительной пищей. Еще недавно они были довольно обычными обитателями степного юга Украины. Их веселое посвистывание можно было часто услышать на пустырях, прилегающих к населенным пунктам. Однако за последние десятилетия их численность упала в 1000 раз и продолжает сокращаться. Это связано прежде всего с тем, что человек практически полностью освоил места их обитания. Существенную роль в сокращении численности этих зверьков сыграло использование химикатов в сельском хозяйстве. Завершая нашу очередную программу, хочется еще раз отметить, что, включая в Красную книгу те или иные виды животных, мы не гарантируем им выживание, а лишь обращаем внимание на тот факт, что они могут исчезнуть, если не будут предприняты необходимые меры по их охране. И прежде всего, это сохранение мест обитания, поскольку даже выращивая животных в неволе, нам скоро некуда будет их вернуть. Вот почему сейчас самым актуальным является создание новых заповедных объектов и расширение уже существующих. Ведь Украина занимает одно из последних мест в Европе по количеству природных заповедников и национальных парков, а Одесская область по этому показателю – одно из последних в Украине. –